Тайм-аут и замена вратаря через 10 минут после начала матча. Экстренная мера Трефилова. Кубань начала игру Кубка ЕГЭФ против французского Бреста довольно скомканно. После минутной паузы команда собралась. Ирина Михайлюта, которая заняла место в воротах, сделала несколько важных сейвов. А разница в счете к концу тайма сократилась до одного мяча. Второй отрезок российские девушки начали ровно, но затем снова отпустили соперниц. 14-24 на табло, и кто-то должен был вытаскивать команду. Ну, тут нечего говорить. Мы сами проиграли, много ошибок, много потерь, много не забили. В защите тоже не отстояли и не забили. Роль лидера в один момент взяла на себя молодая Лада Самойленко. Разыгрывающей забила 4 мяча и удачно выводила на бросок одноклубниц. Она же стала автором юбилейного домашнего гола Кубани в Еврокубках. Ее попадание стало 2000-м. Неплохо сыграла и еще одна 19-летняя гандболистка Милана Рзаева. Однако победу в итоге одержал Брест 28-22. К сожалению, отсутствие задних игроков, отсутствие исполнительных сказалось на игре. Все. Вопрос в другом. У них сейчас сильнее команда. И сильнее надо это признавать. Я просто не хочу это говорить, что сильнее. Ну все, по-честному. Кубань сегодня занимает 3-е место в группе, а следующий матч Кубка ЕГЭФ Трефилов и его девушки проведут в Краснодаре 21 января.